Экологи возбудили административное дело после пожара на лакокрасочном производстве. Напомним, 14 мая в авиастроительном районе Казани загорелись емкости с краской. Это привело к выбросу вредных химических соединений. 16 лыжных баз, 11 хоккейных площадок и 8 бассейнов в этом году построят в республике. Ремонт школьных спортзалов придет в 6 районов. Реализацию в Татарстане федерального партийного проекта «Детский спорт» сегодня обсудили в региональном отделении «Единой России». В Казани перед чемпионатом мира по футболу около 300 водителей скорой помощи пройдут специальные тренинги по защитному вождению. Для этого по просьбе Минздрава республики была адаптирована программа, изначально ориентированная на водителей школьных автобусов.